Более 1000 абонементов на занятия спортом ежегодно продается в культурно-спортивном комплексе «Алроса». Спортивные объекты КСК есть в городе Мирном, Удачном, поселке Алмазном и Айхале. Самый большой – Мирнинский стадион «Триумф». Он способен вместить до 12 тысяч человек. Самому возрастному посетителю культурно-спортивного комплекса 80 лет. Он занимается плаванием. А самому молодому, кстати, тоже пловцу, всего 6 месяцев. Он занимается с инструктором. В секциях КСК занимаются более 2000 детей и более 450 взрослых. Помогает им 51 тренер, преподаватели по спорту. В 2022 году 10 воспитанников КСК вошли в состав сборной Республики Якутия на 7-х международных играх детей Азии во Владивостоке. Это факт.